Так, народ, сейчас покажу кабель, который взял тут недавно, очень хороший. Это типа RG58, только RG223, фирма Leoni. Это немецкая фирма, немцы. То есть кабель настоящий. Это для ребят, чтобы, ну, как бы видели, увидели. Может, не встречали такое. Как выглядит реально классный настоящий кабель, как он должен выглядеть. Вот это 223 RG. У меня он стоит на рамке, на квадрате, на 27. Я поставил себе его. Заменил 58. Так, сейчас покажу, короче, как он, насколько это классная штука. Сейчас в режиме онлайн, так сказать, попробую показать вам, что там в середине. Насколько это качественно сделано. Сейчас я разделаю его. Вот смотрите. Сейчас его подрежу. Секундочку. Вот смотрите, друзья. Значит, сейчас увеличу, чтобы лучше было видно. Значит, здесь диэлектрик, наверное, полипропилен, скорее всего, моножила. Это всегда хорошо, лучше, чем многожильный. И самое прикольное, это то, что здесь двойная плетка посеребряная. Ну, вы видите, да, насколько она плотная. Здесь никакого нет полированного алюминия и прочей ерунды. Вот первый слой. Я снимаю оплетки, а вон второй слой. То есть тупо два слоя по серебряной оплетке. Ну и, соответственно, центральная жила тоже покрыта серебром. Вот такой вот кабель я использую. Просто огонь. Так, Виталий, к вам тоже такой же идет. Вот такая вот такой кабель. В идеале надо использовать вместо RG58. Вот такой вот кабелек.